здесь питают песок, возят с карьера, засыпают и строят. Пляж. А не работает? Работает. Пляж-то? Работает гонка. Вот я уже снял. Всем привет, друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Есть много интересных моментов. В Ульяновске был замечен неопознанный летающий объект. Идет необычная дилемма о том, что это вообще не был НЛО, а скорее всего был военный, секретный и очень опасный объект. Ну, нам неизвестно. Наши зрители и подписчики часто выкладывают очень интересные моменты и рассказывают про то, что это все придумано. На самом деле, если вы видите такие уникальные события и даже в своем городе, то знайте, это все происходит неспроста. Есть много других интересных событий, но военных, полицейских и других органов службы не было. Значит, это все-таки и правда что-то похоже на секретный и очень опасный объект. Но много людей, конечно, скрывают об этом. Ибо то, что мы сейчас с вами, друзья, видим, это не значит, что это не объект НЛО. Тогда будем идти по той дороге, которую мы должны сами видеть, слышать и понимать. А это только пол события, которое нам показывают зрители. Но не торопитесь. Еще в одном месте был замечен объект. Как вы думаете, где это видео могло так напугать жителей этого городка, что множество событий сразу разлетелось по всему миру? Перед вами летающий объект, который завис на одном участке города. Информацию пока не буду вам разглашать, но это видео было заснято в августе 2024 года. А именно то, что вы видите, этот объект полгорода просто отключил электричество. Да, такое бывает, когда ты что-то видишь и что-то недопонимаешь. Но на самом деле множество событий, которые происходят, это также влияет на то, что мы, друзья, с вами понимаем. Оказывается, тоже может какой-то быть объект или тайное оружие, или что-то похожее, но нам пока неизвестно. Мы видим те иные события, которые нам показывают зрители. Не торопитесь. Как утверждают дальше данные, этот объект излучал огромные электромагнитные волны. У множества людей резко стала проблема со здоровьем. Головокружение, тошнота и даже рвота. Но об этом тоже вам никто не скажет. А это видео уже было такое интересное, что множество событий просто удивленно смотрят, что происходит. Перед вами самый настоящий момент истории. Нет, друзья, это не вторжение. Пока что. Мы видим, как гигантский портал открылся прямо в горах Кавказа. И оттуда мы видим, как вылетает нечто интересное, а может даже и опасное. Это видео набрало почти 2 миллиона просмотров за то, что мы сейчас, друзья, видим. Этот неопознанный летающий объект реально прям напугал множество людей. И реально этот объект находился в этих местах почти целый час. Но то, что вы видите, я думаю, вы первый раз видите такое нечто страшное. Этот объект, похожий на какой-то челнок, после этого полетел в сторону другого необычного момента, а именно в сторону Черного моря.
Множество зрителей были в шоке от увиденного. Но это еще не все. А следующий у нас удивительный момент, который скрывает от нас, это летающий дискообразный объект. Вот здесь очень интересный момент. Я часто говорил о том, что летающие объекты любят горы, особенно кавказские. И здесь, друзья, происходит уникальный момент того, что мы сейчас наблюдаем. Летающий объект заходит за облака и там просто растворяется. Интересно. Но много людей, конечно, не видели этот необычный видеосюжет. Ведь множество зрителей просто целенаправленно смотрят на ту иную ситуацию, которая происходит в этих уникальных событиях. Но ужас, который на самом деле ждет каждого человека, это прилет, вторжение или нападение на нашу Землю. Вопрос только один. Почему мы пока видим эти летающие объекты, а власти ничего не делают? Есть множество нюансов, которые вы должны знать. Власти, может, заключили с такими инопланетными существами необычный договор, контракт или как их называют, неизвестно. И даже сейчас, друзья, мы видим, как истребители, даже есть моменты, как сопровождают эти объекты НЛО, но даже их не сбивают. Но есть и те случаи, которые избивают НЛО. Не так давно ВВС сбило НЛО. Но это никто не скажет и не покажет. А этот необычный видеосюжет, который вы сейчас наблюдаете, был заснят в Грузии. Как вы думаете, друзья, что здесь интересного и необычного? Этот летающий объект просто, как утверждают, вообще не объект, а дрон или разработка или что-то еще. Опять же, мы видим только ту иную ситуацию, которую нам показывают. Но на самом деле, все исходящие события, которые происходят, это, друзья, удивительный и необычный момент истории. Мы пока видим то, они, оказывается, могут выпускать не только НЛО, но и дроны. Они как будто что-то ищут. Ищут уже не первые десяток лет, а может и больше. Зачем они здесь? Почему? Кто это, друзья, допустил? Я не знаю, но множество наших зрителей, подписчиков замечают, как к МКС подлетают эти неопознанные летающие объекты. И что они хотят, неизвестно. И мне кажется, что-то скоро произойдет. Ведь это, друзья, уже готово к чему-то необычному. Ну а вы, друзья, конечно, можете видеть эти необычные видеосюжеты постоянно. То, что остается на Земле, останется навсегда. Ну а я с вами, друзья, прощаюсь. Спасибо за внимание. С вами был Тайна НЛО.